Всем здорово, ребят. Ну что, продолжаем трэш. Аккаунт моего подписчика Владислава. Будем ролить под коллекционера 50 самоцветов, также коробочки плюс талантики. В общем, такой вот у нас будет трэшечок сегодня. Плюс он сказал, можно даже вот это потратить. 53 тысячи самоцветов. Находится он в гильдии Лимроук. Привет, вас обновляем топ. Пропуск БГК, атака присутствует. Первые, вторые места, кидайте заявочки, вступайте. Так, окей. Аккаунт, судя по всему, да, бездонатный. Смотрим, что у нас есть. Космо, Трифит, Командора, Оккультист, Землеройка, Свален, Сердцеедка. О май гад, Капитан Рогатка, Малыш Ник. Надо действительно дофига героев. Сейчас я гляну, или здесь. Так. Да, все недостающее. Вот так вот. Даже здесь есть самоцветы. Ну все, это жесть. 57 тысяч самоцветов. Начинали мы, ребята, с 50, потом получилось 53, сейчас уже 57. В общем, ролим на все. Что нам отказывать? Сейчас будет по-любому имба роллинг. Я надеюсь, это будет точно. Поехали, посмотрим аккаунт. Так, Каменка старенький, конечно, талантик. Фрея бесполезная, не нравится мне такая Фрея. Так, Ледяха топчик, тыква топчик, Анубис старенький. Ну, бездонат, но хороший бездонат. Для бездоната все равно все круто. Так, тут надо, в принципе, для фарма нормально, но надо будет потом поменять. Так, ПБшка хороший. Махатма относительно хороша. Ронин отлично. Стрелок. Стрелок, стрелок, стрелок. Ну, пойдет. Ранки надо качать. Ну, в общем, без донат. Молодой, видимо, аккаунт. Но, блин, талантики хорошие. Играть, я вам скажу, так можно на таком аккаунте. Без проблем. Так, окей, дальше пошли у нас допы. Поехали. Такой вот коллекционер. Кто не видел. А мы поехали отжигать. Так, панда. Кунг-фу. Я надеюсь. Рино. Не помню, там Рино был. Рину и Махатма. Махатма-то 100% была. Но неплохие леги. Королева Гарпий. Но на этом без донате должно упасть как минимум, как на предыдущих аккаунтах, и как максимум должны вытащить побольше имбо-героев. Но рандомчик нас тут что-то подвинчивает. Он, видимо, хочет, чтобы сюда задонили. Фараон. Вот так смотришь, блин, на донатных аккаунтах, где хоть немножко доната есть, как-то падает, падает, падает. А здесь такое чувство, знаете, что нераспечатанный аккаунт. Вот драка за 150, ну, палач, палач, циклоп, оборотень. Вот давайте, ниндзя, ну вот, вы хотите сказать, что это нормально? Седна уже получше будет. Седнушка пойдет. Еще за 150, я хочу имбу за 150. Еще ниндзя. Ну, ниндзя это не имба. Рандомчик. Давай. Давай, а то нам надо в рейд уже бежать. В общем, я не знаю. Многие ребята пишут, надо ролить за 150. Вот вам по 150. И что там, что там. Что 450, что 150. Просто никак. У него, я вам скажу так, герои действительно неплохие. Как для бездоната. Отличные. Чего столько стоит Ледяха? Махатма, блин. Ну, классные герои. Спорить даже не буду, герои хорошие. Но очень много недостающих легенд. Такс. Капитан Рогатка, Малыш Ник, ну блин. Дофига, дофига.
Так, ну, ведьма, ну, блин, вот на тех аккаунтах предыдущих просто жмакаешь легенда, жмакаешь топ-легенда, жмакаешь там через раз легенда, а тут жмешь и так синь, зелень, синь, зелень, синь, зелень. Что за фигня? Королева Гарпий. Это реально, это Гонева. Фараон опять. Паладин. Свален. Ну хоть что-то, блин. Хоть что-то мы вытащили. Поздравляю, Перший недостающий герой свален у тебя уже есть. Но он перший, но не последний. Блин, ну конечно жестко падает. Я не знаю. Мне вот это вот не нравится, когда такое на без донатах. Реально, просто жесть. 9-15 и тут под вопросом. Или мы соберем, или не соберем. Так, ну хоть свален есть. Ну блин, столько недостающих легенд. И почему так фигово падает? Давай, удача. Три ледяхи. Знаете, на каждом, на донатном аккаунте три леги. Там, на таком-то там 2-3 леги. А тут, где без донат, просто три ледяхи падает. Типа, расслабься. Князь тыква. Вот что это такое? Леди Лео. Дракос опять. Вот скажите, что это нормально. Хранитель. Ладно, давайте оставим. 50к мы уже слили. Ему толком, ребят. Ну, ничего такого. Вот, смотрите, 49 200. Только единственный свалим. Ладно, оставим чуть-чуть рандомчик. Давайте попробуем. Давайте попробуем пооткрывать. Он попросил чары. Давайте попробуем чары и коробки. И потом попробуем возобновить. Посмотрим, что у нас получится. Так, давайте так будем смотреть. Так, у нас для архидемона талантик. Седнушка, Фрейка. Ну, я буду выставлять так, как оно должно быть. Тыковка у него хорошая, по-моему. Но это не точно. Да, с исцелением тут однозначно можно ставить. Даже не думать. Так, хранитель леса. Это ставится сюда. Это лучше, чем то, что было, потому что для битвы гильдии это самое топовое будет. Так, тамплиер. Тамплиер больше для такого дефного варианта. Ну, тут, конечно, жесть творится. Ну, пока кину. Да. Там ей особо скорость атаки не надо. Так, безмолвный, ну, бессмысленно. Так, еще один. Но тут чисто под архидемона. Знал бы, конечно, я, что ты берешь на архики героев. Можно свободно здесь поменять. Так, тамплиер, ну, такое себе. Еще один. Все, я оставлю, потому что это надо больше эволюции ему. Ну, реально, тут у него эволюции не так уж и много. Я думал, побольше будет. Можно было бы кому-то поставить. Поехали, коробочки попробуем. Отлично, баст. Баст как вариант кинуть свалину. Блин, ладно, давайте доролим потом по коробочке, потому что вдруг нас сейчас что-то выпадет интересное. Так, студеный, сколько у нас студеных?
13-15, ребятушки, шанс есть. 7К. Сейчас 100% не упадет. Не, есть, вытащили. Влад Дракула, смерть, Рино. Даже еще один упал. Ну, а легенды это просто жесть. Ну, печаль. Вот реально печаль. Почему, блин, там просто тупо сыпет, а здесь на бездонате? Ну, нифига не дает. Вот напишите в комментах, кого такая же хрень у бездона. Просто ничего нифига не падает. Ну, это просто, блин, бесит. Бомбит от этого. Я у меня на Сардале, в принципе, падает. Меня то не бомбит, но, блин, обидно. Вот реально обидно. Так, Анубис. Здравствуй, Анубис. Поменять. Это идет однозначно сюда. Потому что бог войны это печаль. А, так, Аживо. Ищем Трианта его. Триантик. Блин, ну где-то, по-моему, здесь стоял. Это мне показалось, это мне показалось, это на другом аккаунте. Так, Триант. Триант хорошо. У него его что, вообще нету? Я не могу вкурить. Или я втыкаю? Вариант есть. Я уже слепой стал с этими роллингами. Что за фигня? Где это зеленое чучело? Ну, свалено вижу. То ли он его слил. Походу слил, судя по всему, но я его не вижу. В алтаре. Я уже не настолько вроде слепой, реально. А его-то нет. Странно. Что, сливались до этого героя, что ли? Я пока открою, но, блин, это жесть. То ли я слепой, то ли реально. Но Трианта я не вижу. Так, ТУшка это у нас на архидемона на Химку, если нет. На ней есть. Значит, на какого-то допа сейчас цепи. Так, скорость. Любой мой талантик. Знаете кого? Не будем. Так, это хорошая темка. Поставлю сюда. Подушка классная вещь, но уже не то. Так, ярость. Ярость, в принципе, сейчас мы, наверное, присобачим, свалим. Бог войны. Ставим сюда. Берс. Я поставлю сюда. Так, рвение, отлично. Ну, рвение можно как вариант поставить свалину. Я так и оставлю. Скорее всего, лучше свалину. Он уже сам доразберется. В общем, вот так вот, ребятушки. Такой вот роллинг на бездонате. Хоть одного героя мы собрали недостающего, ну, конечно, жесть полная. Что творится? Ну, рандомчик таков. Так, выживание плюс изворот, в принципе, тоже неплохо. Все, пишите комменты, ставьте лайки, жмите репостики. Всем удачи, всем пока.